Скажи привет, 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 привет. Мы сейчас пришли в такую Saint Paul's Church, которая находится недалеко от центра Манчестера. Эта церковь делает очень много интересных активитис для детей, разных занятий для детей, и тоже там находится садик. Но мы не записаны в этом садике, мы только придем и посмотрим, как эта церковь выглядит внутри. Да, Настя? Посмотришь, как это выглядит внутри. Да, красивая церковь там, да? Потом себе обойдем ее вокруг. Да, от 9:30 до 9:00. Ага, можно прийти помолиться. А здесь, посмотрите, такой хамти-дамти находится. Видите, какие своды красивые, деревянные. Такие тоже с мозаикой окна. Ну, такая мозаика такая простая, только 4 разных цвета просто перемешанных, да, между собой, без каких-то других таких более сложных узоров. Такая очень классическая мозаика. Мне кажется, что тут деточки тоже занимаются очень много. А еще музыкальные занятия тут происходят. Посмотрите, как красиво. Как красиво здесь. Да, Настя? Да, хочешь выйти? Скажи, выйти. Say hello, hello. Say hello, hello. Hello. А, ты хочешь узнать о детских этих занятиях здесь? Спросим о детских занятиях, потому что мы всегда пытаемся найти такие новые красивые занятия для детей. Там такая тоже красивая. Да. Мы перестанем, как говорится, сделать съемку, чтобы, да, на нас никто не злился, и спросим о детских занятиях, да? Скажи пока-пока. Или, может, выйдем, а потом спросим, да? I don't want this one. Да, не хочешь? Ну, хорошо, пошли, значит. Жаль, что не видно здесь. Такая очень красивая. Да, let's go this way. Say hello, hello. Окей, здесь ворота. Тоже очень красивые, кованые. Котик пришел в церкви тоже. Да, может, за хозяйкой пришел. Да, посмотрите, как красиво. А здесь такой крутой съезд. Тяжело было коляску таскать через него. Да, Настя, хочешь побегать? Хочешь побегать? Мама тебя выпустит побегать немножко, потому что здесь машины не ездят. Хорошо. Да, сними свою курточку. Да, и побежала, красавица. Но, Настя, ты далеко от мамы не убегай, потому что мама будет плакать, если ты мне где-то убежишь. Так, это велосипед оставил. Настя? А, смотрите, с этой стороны садик находится. Не будем там приходить. Да, там садик. Идем. Настя, подожди. Подожди. Пойдем с другой стороны еще посмотрим, как выглядит. Пошли с другой стороны. С таким цветочком сделано верхнее окно. Но, видите, по боках, да, по боках окон такие
человеческие головы. Один короля, другой какого-то рыцаря. Здесь монаха, да? Настя! Так, машина въезжает на паркинг. Надо. Да? Ну что, нехорошо себя ведешь. Потом за котом побежишь. Мы по соседству имеем столько котов. Наш папочка... Да, не хотел еще тебе дать. Да, какая-то мамочка привела своего ребеночка в садик. Да, а мы посмотрим с этой стороны, как выглядит это здание. Очень красивая архитектура. А там дальше уже пристройка такая, более современная. Там тоже садик. Вот, мне кажется, в садик с другой стороны. Настя, идешь, посмотришь, как с холма выглядит это все. Да, так оно выглядит с холма. Ну все, Настя. Скажи пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И да, пишите комментарии. Скажи, увидимся. Настя? Да-да-да. Посмотри в камеру на одну минутку. Скажи, увидимся на следующем видео. Скажи пока. I think it's there. Yeah. I think it's for British.